Мне очень нравилось служить в армии. Просто вот очень нравилось. Это было мое, это была детская мечта. Я 2 раза поступал в военное училище, и у меня была хорошая карьера. А в белорусской армии у меня было уже просто желание дотянуть до пенсии, до 15 лет выслуги, чтобы получить пенсию и уволиться. Но мне даже и это не удалось, поскольку я прослужил только 13 лет, а потом приняли закон о том, что военнослужащим запрещается быть членами политических партий, я отказался выходить из партии, пришлось мне увольняться 2 года, не дослужив до пенсии. Что касается сегодняшних офицеров, где бы они ни служили, в вооруженных силах, в МВД, в КГБ или в каких-то еще иных спецслужбах, помимо своих прямых обязанностей, которыми они должны заниматься по Конституции, по своим уставам, на них повесили много несвойственных функций. Мне никогда не приходилось применять свои военные там знания, навыки против вот в отношении населения там Советского Союза. Я им задал простой вопрос. Ребята, мужики, офицеры, ну как вам не стыдно 5-летнему мальчишке в форме, да, генералиссимо, на параде отдавать честь? Почему из вас никто там не снимет погоны, там не откажется это делать, в этом параде участвовать, там не застрелится наконец? Вы же вот офицеры. Не думаю, что у них там сейчас какой-то высокий моральный подъем, есть дух и замечательное настроение у нынешних офицерского корпуса Беларуси. В том виноваты, что у нас сейчас такая жизнь, виноваты мы, граждане Республики Беларусь. Мы сами захотели того, что имеем. Пока вот люди не поймут, что вот я сам должен что-то делать, перемен не будет в стране. 10-й год был в известном плане новый опыт. Я был очень удивлен большому количеству людей, которые пришли на площадь 19 декабря. Я просто такого не ожидал. Вот. Ну и, конечно, я не ожидал неадекватной реакции власти вот к этому митингу. Все закончилось очень таким значительным периодом в жизни, арестом, там 1,5 месяца в американке, следствием 5-месячным и в итоге судом и приговором. В тюрьме оказалось тяжело и страшно, но не так тяжело и не так страшно, как я это думал, не имея этого опыта, потому что когда ты сидишь и у тебя есть осознание, что ты все равно не преступник, это придает реально силы. Ну и потом, когда ты не сомневаешься, что на свободе есть люди, которые за тебя борются. 20 декабря утром, когда вот открылась, значит, дверь в камеру, у меня там с матрасом под мышку и с этой с доской такой огромной, на которой я 1,5 месяца спал под столом, сказали, ну давай, то заходи, я захожу, двухместная камера, а я там уже шестой. И вот этот шок, и у меня там было время подумать вот над смыслом жизни и над ценностями какими-то. У нас было 6 человек по одному делу. Я читал показания всех 5, да, и они читали мои показания, и вот мы вышли, у нас ни у кого друг к другу нет претензий, потому что мы знаем, что никто не решал свои проблемы за счет другого. Не подлечить и не предавать, для меня это самое главное. Так что все нормально, все хорошо. Вину свою не осознал, на путь исправления не стал и продолжаю дальше работать. Участвовать в политической жизни стал.